В театре оперы и балета «Аншлаг». Оперетта с интригующим названием «Дань уважения Дмитрию Шостаковичу», со дня рождения которого исполнилось 110 лет. Такую музыку композитора, ироничную и хулиганскую, мало кто слышал. Действие социальной оперетты происходит в конце 50-х годов прошлого века, в начале массового переселения в первой хрущевке. Известные декорации советской жизни – золото фонтанов и коммунальный быт, торжественные демонстрации, масштабные стройки и воронок, забирающий по ночам неугодных. Герои – жители аварийных коммуналок Марьиной рощи, рабочие, хулиганы, профессорские и многодетные семьи, молодожены, которым негде жить. Обитатели коммуналок получают ордера на собственные жилые метры в пятиэтажках района Черемушки. Великое переселение вскрывает общественные язвы. Зависть, браки по расчету, квартирные махинации чиновников. Человеческие отношения. Вы правильно сказали, как лакмусовая бумажка, что там... В те времена, что сейчас, они выводят, как говорят, на поверхность и пену, и нормальных людей. Во всяком случае, становится ясно, кто что стоит в этой жизни. И видно, что основные общечеловеческие ценности все-таки должны сохраняться, чтобы нам остаться людьми. Как тут неустроенный быт? Это квартирный вопрос. Хорошему человеку везде хорошо, но здесь интересно, в спектакле показаны все слои общества. На самом деле интересно.